подойди, Альтаир. Пока все идет хорошо. Трое из девяти мертвы. Перчатки, что ли? Можно поблагодарить. Нормально. Но не время почивать на лаврах. Твоя работа только начата. Я жду приказаний, повелитель. Король Ричард, вдохновленный победой в Акре, направляется на юг, в сторону Иерусалима. Салах ад-Дин, несомненно, знает об этом и собирает армию у разрушенной цитадели Арсуф. Вы хотите, чтобы я убил обоих? Закончил войну до того, как она начнется? Нет. Сделать так, значит, рассеять их армии и столкнуться с яростью 10 000 воинов, не знающих, что им делать. Нет, они встретятся еще не скоро. А пока армии в походе, они не сражаются. У тебя более срочная работа. Люди, которые правят, пока их нет. Назовите имена, я пролью их кровь. Запоминай. Абу Аль-Нуквот, самый богатый человек Дамаска. Машт ад-Дин, регент Иерусалима. Вильям Манферат, сеньор Акра. В чем их вина? Жадность, невежество, убийство невиновных. Послушай людей, живущих в их городах. Ты многое узнаешь о грехах правителей. Они препятствуют нашей цели — установлению мира. Тогда они умрут. Еще один из твоих предметов восстановлен. Забери его. И возвращайся после каждого убийства. Так мы сможем понять намерения врагов. Ты будь осторожней, Альтаир. Твои действия взбудоражили городскую стражу. Они будут более подозрительны, нежели раньше. А, перчатки вернули, нормально. А как же нож, блять, вот этот байонет, керамбит. Классический сейчас есть вот этот, который из 1.6. Бабочка. Фальшин, где это? Они не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? Дальше. Понимаю, у тебя много дел. Что ты делаешь? Зачем ты пляшешь у меня, блядь? Понимаю, у тебя много дел. А, много. Рафик. О твоих деяниях говорят, Альтаир. Ты на самом деле желаешь искупить свою вину? Я стараюсь. Порой ты хорошо справляешься. Я полагаю, работа нас воссоединила. Да. Вильям Монферрат — моя цель. Что можешь сказать о самом человеке? Вильям назначен регентом на время отъезда короля на войну. Многие считают выбор странным, но ввиду произошедшего между Ричардом и сыном Вильяма, я думаю, план короля неплох. Какой план? Ричард и сын Вильяма Конрад во многом не ладят. На людях они не показывают виду, но ходят слухи, что они таят злобу друг на друга. Еще и тот случай с плененными сарацинами. В результате Конрад вернулся в Тир, а Ричард заставил Вильяма остаться в Акре в качестве гостя. В смысле заложники? Как тебе угодно. Именно поэтому Конрад ничего не предпринимает. Я не силен в политике.
Все твои действия влияют на будущее этой страны. Ты тоже политик. В некоторой степени. Возможно. Где мне стоит начать поиск? Цитадель Ричарда — это к юго-востоку отсюда. А лучше — рынок напротив нее. Или собор Святого Креста. Там всегда полно разговорчивых горожан. Наконец, границу портового района с районом госпитальеров на западе. На твоем месте я бы начал с этих мест. Прекрасно. Не буду более тебя беспокоить. Это не проблема. Ты вошел туда так легко. Крепость же закрыта для всех. Это так, но Вильям хочет, чтобы ремонт закончился как можно быстрее. Это нам на руку. Отличное прикрытие. Я закончил свой отчет, нужно отнести его. Первый раз дела складываются в нашу пользу не по случайности. Даже Библия говорит, Бог поможет тем, кто поможет тебе сам. Нет, на самом деле это из басен Эзопа. Библия вообще-то говорит как раз наоборот. Надо много ждать и веровать, пока Всевышний решит, помогать ли тебе. Ну, я бы сказал, мы ждали немало. Тут я с тобой согласен. Ладно, я пошел. А как? Может, тебе стоит развернуться и уйти? Наверное, слушай, мужик. Я даже и не знаю, слушай. Что-то я прям подзабыл даже. Как это делается все? What must do? Зачем он это делает? Не знаю. Просто так, чтобы повеселиться, знаешь. Сюда нельзя. Уходи. Ща, братан, подожди, я залезу хотя бы. Мне сюда нельзя, но я ушел. Все, я пока, я пошел. Тебе нельзя тут находиться. Убирайся, пока цел. Я ушел. Ты меня видишь? Да. Тебе сюда нельзя. Уходи. Да все, блядь, иди нахуй. Так, ну, мне в любом случае туда, ну ладно. Tu as un problème? Неужели никто мне не поможет? Даже слишком много. Это снова ты, Альтаир? На этот раз Аль-Муалим не дал тебе задание. Но у меня найдется для тебя дело. Разыщи несколько флагов Масиафа, которые я спрятал в кварталах Ричарда. Я верен клятве, в отличие от многих других, и расскажу тебе, что говорят люди в Акке. Это очень важно. Но в этот раз, пожалуйста, не заставляй меня слишком долго ждать. Не стоит делать так еще раз. Фиш-ле-кан. Неужели никто мне не поможет? Мадий волер. Я тебе ферри кружи на нам. Блядь. Это дурак, что ли? Сука, я сейчас его уебу, блядь. Это вот... Прекрати, ты делаешь мне больно. Он, наверное, тронулся головой. Элен да дип. Ты будешь стербен. Мне нужны деньги. Я бедная, голодная и больная. Это больно. Перестань. Черт, что он делает? То, что ты не... Блядь. Ебал, закройте, пожалуйста. Тебе здесь делать нечего, уходи. Да еще один. Ты
хорошо поработал. Раньше я был о тебе худшего мнения. Вот что мне известно об Уильяме Монферрате. У них с Ричардом вышла размолвка до того, как король отправился в Яффу. С тех пор он сидит в замке под охраной своего войска. Сможешь ли ты добраться до него? Посмотрим. Хотя, конечно, маловероятно. А надо еще одну, что ли? 6, блядь, что? Он точно кого-нибудь шибет. Какой странный человек. Чего странный? Бонди, тебе нельзя сюда. Уходи. Да иди нахуй. Я, блядь. Чё ты бьё? О, на, блядь. Хорошо, что ты вовремя подоспел. Еще минуты, и они бы совершили задуманное. Я обязан. О, нет. Это что, блядь? Здравствуй, друг. Будет нужна помощь, ты знаешь, где меня найти. Что, блядь? Что это? Ну ладно. Да уж. Она не договорила? Ну ладно. Нет, умоляю, не уходите, подайте пару моих. Все, пока я пошел, мне пора. Не сдавайтесь! Мир и покоя тебе, брат. Хотя у меня, похоже, уже не будет ни того, ни другого. Впрочем, все понятно. Я был неосторожен, и Вильям послал за мной лучников. Самому справиться с ними мне не по силам. Ты можешь отыскать их и убить? У меня найдется для тебя кое-что полезное, если ты согласишься. Но осторожнее, тебя не должны заметить. Не бойтесь. Страх и сомнение — вот оружие наших врагов. Слушайте еще, ядовитые слова сходят ростками смущения. Если вас искушают, ступайте и помолитесь. Спросите совета у Бога. Если вы чисты сердцем, Он ответит. Будьте сильными, горожане. Оставайтесь крепкими в вере. Дорога длинна. И вас ждет немало испытаний, но Бог видит вас и ведет к победе. Сперва в Акре, а скоро и в Яфе. Чего, бля? О, нормально сидят чисто. Красные и синие нормально сидят. Мы выбили их из Акры и очистили... Чисто как в этом, в Матрице, да? Какую таблетку ты выберешь? Они отступают на юг. Ну давай, поворачивайся уже. Раз. Второй где? А, вот, ну, второй. Да, ну, Желан уже опоздал. Бля, чисто как, знаете, как этот, как бот какой-то, он стоит, смотрит. Ты говоришь, что он сюда пойдет? Не говоришь, что он сюда пойдет, пожалуйста? Нет, он сюда не пойдет. На троих лучников, но это, конечно, да, это сложно.
А он третий, вот этот, что ли? Ну да, вот этот. Это будет, конечно, ну, хотя это с другой стороны не очень сложно. Ну, это ладно, это было легко, не спорю. Ты спросил, блядь. Спасибо, Альтаир. Наконец-то я снова вздохну спокойно. Mm-hmm. Возьми эту карту. На ней указано, где Вильям расставил своих лучников. Она пригодится, если ты решишь проникнуть в его крепость. Окей, спасибо. Но Бог милосерден и может простить наши грехи. Нам лишь нужно... попросить его об этом. И я говорю вам, помогай. Альтаир, ты вернулся так скоро? Я сделал все, как было велено, и вооружился знаниями. Говори, а я послушаю. А, нормально. У Монферрата большое войско. Многие зовут его хозяином. Но и у него есть враги. Он не ладит с королем. И никогда не ладил. Это мне на руку. Визит короля его сильно расстроил. Как только король уедет, он отправится в свою крепость, чтобы все обдумать. И пока он будет занят мыслями, я его убью. Уверен в своем плане? Абсолютно. Я выкручусь, если что-то пойдет не так. Тогда иди покончи с Монферратом, и достанет свободен этот город. Я вернусь, когда дело будет сделано. Перемотка на более поздний участок памяти. Три тысячи жизней, Вильям. Их нужно было держать в тюрьме и ждать, пока мы не обменяем их на наших людей. Сарацины бы не выполнили свою часть сделки, ты сам это знаешь. Я оказал тебе услугу. О, да. Невероятную услугу. Теперь они разговаривать с нами не станут. Разве что на поле битвы. Я хорошо их знаю. Смерть их воинов вселит в них ужас, а не ярость. Ответь мне, как же ты так хорошо знаешь врага, если с головой? Ушел в политику и уже забыл, что такое бой. Мои действия верны и справедливы. Ты поклялся хранить посланное нам Богом, Вильям. Но делаешь ты нечто иное. Ты все это разрушаешь. Очень суровые слова, повелитель. А я думал, что заслужил твое доверие. Что ты говоришь, Вильям? Ты регент Акры, ты правишь вместо меня. Это не доверие? Или тебе нужна моя корона? Ты не понимаешь, хотя это не ново. Я бы предпочел не тратить впустую свое время, а заняться войной. Мы продолжим в следующий раз. Не смею задерживать, ваша светлость. Мне кажется, таким, как он, места в новом свете нет.
Скажите войску, я хочу поговорить с ним. Мне нужно, чтобы каждый делал то, что следует. Любая халатность будет караться. Я сегодня не в настроении ни с кем возиться. Что с бабкой-то, блядь? Все остальные со мной. Все, блядь. Съебалось, блядь. Чисто, блядь, поспотыкалась об воздух, и все, и ушла. Нормально. Что с тобой, блядь? Ты под снюсом или что, блядь, я не пойму. Здорово. Погнали. Блядь, что ты делаешь, долбоёб? Блядь, ты ебано? Блядь, ебабо ебано. На, блядь. Погнали. Отсюда. Да, блядь, ну ты... Сука, пидор, блядь. Пидорасы, блядь. Погнали. Парарам, 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 парарам. Сука, с тобой тоже драться. На, блядь. Побежали. Беги, беги. Мужик. Блядь, что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Иди нахуй тебе. Блядь, что ты делаешь? Оп, 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 оп. Смотри, что могу. Оп, умею, практику. Блядь, долбоёб ты. Хотя, правильно, это я. Какой? Блять, что вы толкаете? Блять, ты можешь будешь бежать или ты будешь стоять, блять, не пойму нахуй, ёбаный. Давай, 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 давай. Они за мной побегут? Давай. Погнали, блять. А ну. Ух, блядь, ты шо, мужик? Блядь, 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 блядь. Мужик, обратно заберись-то. Страшно. Давай, 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 давай. Блядь, ну ё... Беги, 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 беги. Главное, беги сейчас. Просто беги. Мужик, 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 мужик. Что тут? Так, главное сейчас просто бегать. Так, побегаем пока что от них. Где они? Вот где они. До свидания, блядь. Так, где он там лучше? Но они сильные, не спорю. Давай, давай, давай сюда. Так. Там лучники ебучие. Ну туда, что ли? Блядь, блядь, главное, пожалуйста. Ладно, не тупи. Вон он бежит.
Давай, чмо, блядь. Он внизу. Вон он, это он. Бля, паркурист ебаный. Да. До свидания, блядь. Бля, смотрите, одни и те же движения. Почти одни и те же движения херач, смотрите. Просто паркурист ебучий, смотрите, блядь. Бля, смотрите. Все? А, не, вон он. Ну, так потихоньку мы ХП будем херачить. Просто, блядь, бесконечный паркур, блядь. Смотрите. Просто бесконечный паркур. Оп, оп, хуяк, хуяк. Оп, 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 оп. Оп. Да, просто реально бесконечный паркур, блядь. Нормально сквозь текстуры еще. Отдыхай. Да. Твоим планам конец. Да что ты знаешь о моих планах? Я знаю, ты хотел убить Ричарда и посадить на трон своего сына Конрада. Конрада? Мой сын тупица, не способный ни управлять армией, ни оставить королевство. Ричард? Он ничем не лучше. Ослеплен верой в иллюзии. Он далек от мира. Акра не принадлежит ни одному из них. А кому же? Город принадлежит его жителям. Как ты смеешь говорить за жителей? Ты воровал их пищу. Нещадно карал их. Загнал их в свою армию. Я готовил их к вступлению в новый мир. Крал их пищу? Нет. Я заимствовал еду, чтобы распределить ее поровну. А, вот так это называть теперь? Посмотри вокруг. В моем районе нет преступников, кроме тебя и тебе подобных. Загнал людей в армию, но я не учил их сражаться. Обучал лишь порядку и дисциплине. Разве это зло? Благородны были твои намерения или нет, но твоим действиям нужно положить конец. Посмотрим на плоды твоих действий. Ты несешь в города не свободу, как думаешь, а проклятие. И в итоге во всем винить ты будешь лишь себя, говорящего о благородных намерениях. Да. Что нового? Вильям Монферрат мертв, а с ним и его предательские планы. Хорошая работа, ты не дал ему получить Акру. Почему сейчас, когда крестоносцам так нужно единство? Он мог подождать? Подождать чего? Когда король вернется и раскроет его план? Нет, сейчас самое время для мятежа. Странно, я думал, он отдаст город Конраду, но он сказал, что это не входило в его планы. Не верь словам змеи. Даже при смерти плюется ядом. Я поговорю об этом с Аль-Муалимом. Да, друг мой. Поторопись в Мусиаф. Я уверен, он жаждет новостей. Перемотка на более поздний участок памяти. Спасенные вами ученые помогут незаметно попасть в охраняемую зону. Подойди, Альтаир. Поговори со мной.
Хорошо. До меня дошла весть о твоем успехе. Я благодарен тебе, как и вся страна. Ты приблизил мир, избавив города от преступных правителей. Вы так в этом уверены? На людях отражается то, какими методами правят вожди. Уничтожая преступников у власти, ты лечишь сердца и души простых горожан. Наши враги не согласились бы. О чем ты? Каждый из тех, кого я убивал, говорил странные вещи. Они ни о чем не жалели. Даже умирая, они оставались уверенными в своем успехе. Думаю, что их что-то связывает, хотя они и не признавали этого. Есть разница, Альтаир, между той истиной, о которой говорят, и той истиной, что мы видим. Большинство людей не замечает этой разницы. Так проще. Но в твоей природе замечать, задавать вопросы. Что же объединяет этих людей? Ну а как ассасин, ты должен подавлять свое любопытство и доверять повелителю. Классно. Ибо истинного мира не бывает без порядка. А для порядка нужна власть. Вы изъясняетесь загадками. Сначала говорите, я должен замечать, потом, что не должен. Как это? Ты получишь ответ, когда тебе не нужно будет задавать вопрос. Вы ведь вызвали меня не для того, чтобы читать лекцию. Хорошо. Ты вновь повышен в звании и получишь снаряжение. Осталось еще два правителя. Ступай. И что это, спаги, что ли? Власти. Спаги. Эта игра не очень долгая. Ой-ой, извини. Извини. Опять ты? Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь? Не постоянно, что ли, такие, блядь? А нахуй ты их берешь тогда? Дел. Что происходит? От кого он убегает? Ой. Люди спокойно реагируют на тех, кто забирается по лестницам, чего нельзя сказать о тех, кто карабкается по стенам. Альтаир, добро пожаловать. Чью жизнь ты собираешься забрать сегодня? Его имя Абу Аль-Нуквот. Что ты можешь о нем сказать? О, король-купец Дамаска, самый богатый человек в городе. Как интересно и опасно. Я завидую тебе, Альтаир. Ну, не тому, что тебя чуть не убили и лишили титула, но я завидую всему остальному, кроме того, что говорят о тебе остальные убийцы. И все же, если отбросить неудачи и ненависть, то я тебе очень завидую. Меня не интересует. Ты сказал. Очень круто сказал. Молодец. Итак, еще раз. Что ты мне можешь сказать? Два в журнал. Только то, что он очень плохой человек, раз Аль-Муалим поручил его устранить. Он вращается среди знати в роскоши богатого района города. Занятой человек, полный замыслов. Если ты проведешь какое-то время среди ему подобных, то узнаешь все, что тебя интересует. И где мне начать мои поиски? На твоем месте я бы отправился в мечеть Амаят и на базар Саруджа, что на западе отсюда. Но на северо-западе находится цитадель Салахаддина, людное место, и раньше там не бывало недостатка в болтунах. Да, эти три места как раз то, что тебе нужно. Спасибо за помощь, Рафик. Я вернусь, когда соберу необходимую информацию.
меня только две. Мне нужно три. Ладно, погнали подслушивание. Умоляю вас, господин. Интересно, куда это? Похоже, он куда хочет. Грязный воришка! Увидишь тебя, ты уже беспокоишь его. Пару монет. Ты напугал меня. Севера идет английский король. Уходи. Король и его армии неверных. Смерть и ужас несут они нам. Салах один скачет им навстречу, дабы остановить их и отомстить за варварские деяния. Так будем же молить Бога, чтобы он вернулся с победой! Я стою перед вами, дабы предупредить вас. Если Ричард захватит... Последняя партия доставлена. Хорошо. Позаботьтесь о том, чтобы он узнал. Доставить груз было нелегко. Это же всего лишь вино. Человек слаб в вере. В вашей священной книге кое-что сказано по этому поводу. Оставь их, пусть они едят, пользуются благами и увлекаются чаяниями. Скоро они узнают, все селения, которые мы погубили, имели известные предписания. И что это должно означать? Не имеет значения. Займитесь своим делом. Как скажешь. Знайте, что мы сражаемся, дабы избежать истребления. Мир тебе. Тебе нужны сведения о городе? Сейчас у меня совсем нет времени. Надо разыскать флаги, которые украли из нашего тайника в квартале богачей в Дамаске. Но стоит такая жара, что я едва шага не сделаю. Ты поможешь мне? Если найдешь флаги, я сделаю для тебя все, что смогу. Да, я не могу их найти. Эти флаги. Стой! Ты не пройдешь здесь! Ты иди нахуй, блядь. Что ты мне сделаешь, блядь? Я прошел уже. Получается. Блядь, ну заберись уже. Что ли? Чего тебе надо? Спасибо тебе. Рафик обрадуется найденным флагом. Надеюсь, то, что я сейчас скажу, окажется для тебя полезным. Когда Абул пригласил меня на очередной пир, я заметил, что по фонтану в центре дворца короля-купца можно легко взобраться наверх. Подумай об этом. А теперь мне пора идти. А, допрос еще появился, ничего себе. Щедрее Абу Аль-Нуквода. Каждую неделю приглашает он людей из Дамаска, дабы сложили они с себя бремя забот. Зачем и предались веселью. И пусть мы переживем темные дни, но ночи наши будут наполнены радостью. Король-купец помогает, ничего не требуя взамен.
Пусть его щедрость станет примером для нас. Пусть каждый стремится стать таким же, как он. Не знаю, не знаю. Где он? Чисто одним ударом хуярим его. Нормально. Как в Mortal Kombat, в принципе. Я все скажу. Я не собираюсь за него умирать. Его деньги не вернут мне жизнь. Мудрое решение. Что тебе нужно? У меня дело к королю-купцу. А, что ж, удачи тебе, король редко покидает свои покои. Почему? Он что, боится? Не боится. Ненавидит. Он ненавидит самого себя не меньше, чем людей, которым якобы служит. И от позора запирается в своих палатах. Но он не может прятаться вечно. Да, скоро праздник. Он выйдет, чтобы произнести речь, чтобы взглянуть на свой народ, на тех, кто принадлежит ему. Но это будет недолго. Почему же ему приходится так прятаться? Увидишь сам. А теперь отпусти меня. Чтобы ты рассказал ему, что я задумал? Я не скажу ни слова. Ты служишь ложному богу. Верно, не скажешь. Глупый старик. Сорян, бам. Я еще... Сорян. Извини, не хотел. Мир тебе, Альтаир. Чем я могу тебе помочь? Я сделал, как ты посоветовал, и узнал все о жертве. Поделись со мной знаниями. Абуальну Квот прогнил до самых потрохов, и поэтому все его презирают. Он крадет деньги, выделенные на нужды горожан, и тратит их на себя. Сейчас собирается устроить роскошный праздник, желает потечиться богатством. Когда он начнется, у охраны и слуг дел будет по горло. Меня они даже не заметят. Очень впечатляет, друг мой. Про тебя говорят, что ты всегда все портишь. Но только не я. Нет. Я был уверен, что ты справишься. И вот ты справился. Бюро в твоем распоряжении до тех пор, пока ты не приступишь к работе. Ну? Перемотка на более поздний участок памяти. Здорово. А ну сюда, блядь. Остановите его. Я тебе не дамся. Ну, мне похуй. Я ж тебя догоню. Бля, извиняюсь. Успокойся с миром. Твои слова больше не причинят вреда. Зачем ты это сделал? Ты крал деньги у тех, кому должен был служить. Помогал какому-то темному делу. Я хочу знать, куда и на что ушли деньги. Взгляни. Сама моя природа отвратительна для людей, которыми я правил. Только мое положение мешало ненавидеть меня открыто. Значит, это была лишь месть? Нет, не месть. Скорее, совесть. Как я мог финансировать войну во славу того самого бога, что называет меня мерзостью? Если ты не поддерживаешь Салах-ад-Дина, то кого же? Я думаю, в свое время ты узнаешь. А может быть, знаешь и сейчас. Тогда зачем прятаться и совершать злодеяния? Знаешь, это не сильно отличается от твоей работы. Ты забираешь у людей жизни, убежденный в том, что это пойдет на благо мира. Малое зло во имя большого добра.
Мы с тобой одинаковы. Нет, у нас нет ничего общего. Я вижу это в твоих глазах. Ты сомневаешься. Тебе не остановить нас. Новый мир будет построен. До свидания, блядь. Царство страха, Буальну Квода закончено. Рад слышать это. Он убил их. Гостей, пришедших к нему в дом. Отравил ядом, оружием трусов. Обвинил их в разжигании войны и сказал, что хотел ее закончить. Странно. Впрочем, про короля купца всегда говорили, что он не в себе. Может, это было просто очередное проявление безумия? Может быть. Я не убедил тебя. Поговори с Аль-Муалимом. Возможно, у него есть лучшее объяснение. Да. Посмотрим, что он мне скажет. Перемотка на более поздний участок памяти. Расскажи об успехах. Я сделал, как вы приказали. Хорошо, хорошо. Я вижу, ты глубоко задумался. Расскажи, о чем. Каждый, кого я убиваю, говорит мне загадочные слова. Каждый раз я прихожу к вам за ответами. И каждый раз получаю лишь загадки. Ничего больше. Кто ты такой, чтобы требовать большего? Я тот, кто убивает. И если вы хотите, чтобы я продолжал, хотя бы раз поговорите со мной прямо. Выбирай слова, мальчик. Мне не нравится твой тон. А мне не нравится ваша ложь. Я дал тебе шанс вернуть потерянную честь. Не потерянную, отнятую, вами. А теперь вы суете ее мне, как подачку собаки. Похоже, придется найти другого. Жаль, у тебя был большой потенциал. Думаю, если бы у вас был другой, вы бы давно заменили меня. Вы сказали, что я получу ответ, когда мне не нужно будет задавать вопрос. Я его не задаю. Я требую ответа, что связывало этих людей. Что ж, резонно. Эти люди были связаны. Клятвой на крови, но не такой, как наша. Кто они? Non nobis domine, non nobis. Кого? Теперь ты понимаешь влияние Робера де Сабле? Все эти люди, правители городов, командиры армий. Все поклялись в верности его делу. Их действия нужно рассматривать в совокупности, верно? На что же им нужно? Власть. Им нужна святая земля, но не во имя Бога, а для самих себя. А Ричард? Салах ад-Дин? Все, кто встанут на пути тамплиеров, будут уничтожены. Поверь, у них хватит на это сил. Их нужно остановить. Для этого мы и существуем, Альтаир. Чтобы избавить мир от такого. Но почему вы скрывали правду? Чтобы ты сам раскрыл тайну. В нашем деле знание предшествует действию. То, что ты узнал сам, ценнее полученного даром. Да и твои недавние поступки не располагали к откровенности. Ясно. Альтаир, твое задание осталось прежним. Изменилась лишь мотивация. Вооруженный знанием я смогу лучше понять оставшихся тамплиеров. Ты хочешь узнать что-то еще? Что за сокровище Малик вынес из храма Соломона? Робер отчаянно стремится получить его. Со временем ты узнаешь, Альтаир. Как открыла себе роль тамплиеров, так откроется и природа сокровища. А пока творись тем, что оно в наших руках, а не в его. Как скажете. Именно. Ты вновь повышен в звании. Возьми оружие. Пусть оно послужит во славу братства. Альтаир, пока ты здесь? Да. Откуда ты знал, что я не убью тебя? Честно говоря, я не знал. Это был порыв веры. Ничего, какое оружие-то? Что? А, дополнительные ножи, теперь у меня их 10.
Мира и покой тебе, Малик. Ни того, ни другого в этом городе не найти. Что привело тебя сюда? Аль-Муалим приговорил к смерти Маждаддина. Что ты знаешь о нем? Покинув город, Салах-ад-Дин оставил его без правителя. Маждаддин решил занять его место. Его оружие — страх и принуждение. У него нет никаких прав на трон повелителя. Он не доживет до завтра. Не спеши. Это тебе не бандит с большой дороги. Он правитель Иерусалима, а значит, отлично охраняется. Нужно тщательно продумать операцию. Постарайся узнать о нем побольше. Постараюсь, если ты поможешь. Где лучше всего начать поиски? Что я слышу? Ты просишь меня о помощи вместо того, чтобы требовать. Я впечатлен. Переходи к делу. Как скажешь. Думаю, тебя могут заинтересовать два места. Первое находится к юго-западу отсюда у мечети, а второе на юге. Одно из них — это самая южная церковь, а второе место — на улицах города, близ синагоги. Благодарю за помощь, Дай. Не провали задание, Альтаир. Видел заказ? Нам надо починить площадку для проведения очередной казни. Это та, что у западного края храма Соломона. Я как раз туда направлялся. Столько смертей. Скорее бы вернулся настоящий правитель и принес бы правосудие в этот город. Да, а не тот фарс, что устроил из суда Маждаддин. Как такое вообще могло произойти? Все, кто пытался заменить Салах-ад-Дина, погибли по разным причинам. В конце концов, место досталось Маждаддину, а ведь он был простым писцом у эмира. Как удобно. Не удивлюсь, если именно он стоял за этими смертями. Тихо! Если нас услышат стражники, казнят за измену на той самой площадке, что будем чинить сегодня. Идем, пора за работу. Да, вообще похуй, да? Чел, тебе похую в целом, да? Ну, я понял, что тебе похуй в целом, ну ладно. Ты ничего не видел, да? Ну ладно. Альтаир, мне нужно встретиться тут неподалеку со своим человеком, но стража, похоже, имеет на меня зуб. Каждый раз нападают, как только заметят. А я уж не тот боец, что в былые годы. Можешь проводить меня? Неверный, умри! Он нашел в себе силы встать на защиту нашей великой цивилизации. Знайте, что мы сражаемся, дабы избежать истребления. Неверный, умри! Неверный, цель какая? Невежество? Насилие? Безумие? Не тот, кто заварил мы эту кашу. Мы должны дать им отпор любой ценой. Я стою перед вами, дабы пред...
Ты заплатишь за свои грехи! Азаир, на помощь! Спаси меня, Аллах! Какой кошмар! Он нашел в себе силы встать на защиту нашей великой... Что здесь произошло? Хорошо. Я здесь в безопасности. Они не рискнут пролить кровь в святом месте. Кстати, в суматохе мне удалось стащить вот этого стражника. Держи, пригодится. А, и съебался. Нормально-то. А, просто убежал. Мы лишь люди. Мы слабы. Мы можем проиграть. Маштадин хочет, чтобы мы всегда могли вернуться на правильный путь. Покайтесь, и он вас помилует. Но если вы попытаетесь убежать, спрятаться, то вас найдут и накажут. Нет ничего дурного в том, чтобы сообщать о тех, кто отвернулся от закона. Мы ничто без нашей веры. Отказаться от закона значит отказаться от веры. А этого нельзя допускать. Так ему и надо, нечего толкаться. Делай так еще раз, позову стражу. Они должны прекратить, пока никто не пострадал. Похоже, мне придется вмешаться. Не надо этого делать. Впервые вижу такую наглость. Хватит. Я еще дышу. Да уж. А значит, тебе нужна не просто моя жизнь. Что ты хочешь? Ты хорошо знаешь Маждадина? Лучше многих. Он выглядит слишком праведным. Закон действительно важен для него. А ты как думаешь? Я думаю, он что-то скрывает. И надеюсь, ты скажешь мне, что. Это лишь маска. Все это. Такие, как я, мы должны пугать людей, вселять страх. Те, кого он убивает, не преступники. Но они очень опасны. Опасны для кого? Для их планов. Да. Он говорит и о других, тех, с кем он работает, или на кого работает. Я не уверен, им нужен город. Управлять им очень важно для них. Почему? Можешь спросить его самого на одной из казней. Он очень разговорчив, беседует с толпой, а руки у него обогрены кровью. Это все.
Кто-нибудь видел его? Что это? Есть новости, ученик? Я не ученик. Мастерство человека видно по его поступкам, а не по знакам различия. Мы можем обмениваться колкостями, а можем заняться делом. Говори, что хотел сказать. Маждаддин устраивает публичную казнь. Там будет охрана. Но ничего такого, с чем бы я не мог справиться. Я знаю, что мне делать. Вот поэтому я и называю тебя учеником. Ты не можешь знать. Лишь предполагать. Ты должен быть готов к тому, что не прав. Сколько раз, Альтаир, мне нужно напоминать тебе об этом. Как скажешь. Ты закончил? Не совсем. Один из тех, кого должны казнить, наш брат. Аль-Муалим хочет, чтобы он остался жив. Не думай о том, как спасти его. Этим займутся мои люди. Но ты не должен допустить, чтобы Машт-1 забрал его жизнь. Я не дам ему шанса. Надеюсь. Перемотка на более поздний участок памяти. Тишина! Я требую тишины! Люди Иерусалима, услышьте меня! Я обращаюсь к вам, чтобы предупредить. Среди вас есть недовольные. Они сеют семена несогласия. Сбить вас с истинного пути. Да уж. Ну, такое бывает. Скажите мне, вы хотите этого? Хотите, чтобы вас завели в трясину лжи? Нет! Не хотим, вот еще. Вы хотите дать отпор злодеям? Да, веди нас. Ваша преданность радует меня. Зло должно быть уничтожено. Лишь тогда мы будем спасены. Это не правосудие. Ты не имеешь никакого права. Что ты о себе возомнил? А вы все бездействуете, потакая преступлению. Будьте вы прокляты! Видите, как зло распространяется и поглощает других? Они хотели вселить в вас страх и сомнения, но я защищу вас! Вот, перед вами четверо впавших в грех. Распутница, вор, игрок, еретик. Да свершится над ними правосудие Всевышнего! Искусительница! Суккуб! Шлюха! У нее много имен! Но грех остается неизменным. Она осквернила свое тело ради мирских благ. Каждый, кого она касалась, запятнан навеки.
Не понимаешь? Наказать ее! Она заплатит за это! Шлюх! Этот человек лжет! Я здесь не потому, что ложилась с другими мужчинами! Он хочет убить меня за то, что я не легла с ним! Нет, умоляю, не уходите! Подайте пару сейчас, когда у нее есть нет, возможность умоляю, искупить грехи, подайте пару она монет. Продолжает лгать! Она отказывается от спасения! И теперь у нее лишь один! Он горохлый кулибакар! Здесь сюда нельзя! Покажи мне, где я руку! Вернись сюда! Блядь, что вы делаете-то? Блядь, вообще охуевшая. Да иди ты нахуй, блядь. Да идите в пизду, блядь. Ничего лодь, блядь. Давай, блядь. Ой, да, крысы, конечно, крысы. Да, бля, уйди! Сука, пидоры, блядь. Смотри, еще могу. Оп! Сосёшь, блядь, ага. Давай, погнали. Серьезно, блядь? Да это долбоёб! Блядь, я в ахуе просто нахожусь. Так, уходим, граждане. Бля, кот, сейчас не самое подходящее время, знаешь, чтобы... Ты меня что-то просил здесь? Сейчас не самое подходящее время, братан. Сорян, но... Прости, сейчас не самое подходящее время. Ну давай, бля. Погнали, бля. Давайте бежать, мне некуда! Вот! Тебе не уйти! Ну серьезно, блядь, да? Иди в пизду, блядь. Он не уйдет! Он не уйдет. Уйду, блядь, еще как, знаешь? Блядь, серьезно, нахуй. Я тебя поймаю! Оп, смотри, что у меня. Блять, стой, что нахуй? Вставай! Блять, вставай, давай, давай, давай. Сука, уйди нахуй отсюда. Не убит. Уйди, блять. Да дай пройти. Сука, ты можешь, блять, бежать нормально? А не, блять, карабкаться. Боже. Вот я за это не люблю, нахуй. Не люблю за это остаться, что он, бля, карабкается какое-то время, а потом... О! Ко мне,
Давай, давай, сука. Погнали нахуй. Да что это за... Блять, я в ахуе нахожусь. Что это за пиздец-то, блять? Что это за хуйня? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, спокойненько. Вот и все. Твоим злодеянием конец. Нет, нет, я же только начал. Скажи мне, какова была твоя роль в этом? Ты хотел обелить себя, как остальные, и найти оправдание своим действиям? Братству был нужен город. Я хотел власти. Это была такая возможность. Возможность убивать невиновных. Они не были невиновными. Несогласные слова ранят, словно сталь. Они нарушали порядок. В этом я согласен с братством. Ты убивал людей за то, что они не разделяли твои веры? Конечно, нет. Я убивал их, потому что мог это делать. Знаешь, как это? Ощущать, что судьба другого в твоих руках. Ты видел, как люди приветствовали меня? Как боялись. Я был словно бог. Ты бы поступил точно так же, если бы у тебя была такая власть. Не-не-не-не-не. Могущество. Нет. Может быть. Но я знаю, что бывает с теми, кто считает себя превыше остальных. И что же? Здесь. Я покажу тебе. Даже никого убегать не надо. Нормально, чел просто загорает. Бля, ладно. Иерусалиму нужен новый правитель. Я слышал об этом. Надо же. А где же твои поучения? Я же наверняка допустил какую-нибудь грубую ошибку. Ты сделал, что должен был сделать ассасин. То, что ты ожидаешь хвалы за выполнение такого простого задания, беспокоит меня. Тебя все на свете беспокоит. Можешь поразмышлять об этом, но только по дороге в Масиаф. Здесь тебе нечего больше делать. Перемотка на более поздний участок памяти. Закончили? Встать. Как скажете, док. Чё? Чего? О, звонят. Я заканчиваю сессию. Буду здесь. Вы уверены? Ты чё, в колледже учишься? Не знаю. Учишься, что ли? Да. Нет. Чё, нет? Ты же сказал да. Не понимаю, как он... Что? Дрочил? Блядь, дрочил, ну ладно. Я понял. Ты хуй. Ваши дела плохи, мистер Майлз. Шучу. Что с ним такое? Они идут за тобой. Кто идет за мной? Ассасины. Эй, я тут ни при чем. Похоже, они решили вытащить тебя. Наверное, ты важнее, чем сам думаешь. Черт, это становится все запутаннее и запутаннее. Это было неизбежно. О чем ты? Битва, которую начал твой предок во времена третьего похода, она не закончена. А ты в плену у тамплиеров. Ведик, тамплиер? Ты не мог об этом знать. Они это хорошо скрывают. Но это ответ на твой вопрос. Ведик работает на них. Мы все. Абстерго принадлежит им. Я думал, тамплиеры — это такие чуваки в смешных шляпах, которые пьют пиво и обсуждают планы захвата мира с какими-нибудь людьми-ящерами. Нет. Кроме, наверное, планов Нормально. Захвата мира. Послушай, Дезмонд, все очень непросто. Половина того, что мы знаем о тамплиерах, исходит от помешанных психов. А вторая половина — дезинформация самих тамплиеров. Но они плохие, верно? Работая здесь, я поняла, что никаких плохих не бывает. Все относительно.
то, чего они хотят, благо. Но как они хотят этого добиться, ужасно. Действительно ужасно. Что они хотят сделать? Откуда достал телефон? Люси. Нормально. Чисто из пизденки достала. Нам нужно или поговорить. Что? Поднимитесь. Откуда она достала телефон? У меня же юбка. Иду, доктор. У тебя же юбка. Откуда ты достал телефон? И положил, блядь. Извини, Дезмонд. Мне нужно идти. Ложись спать. Чем-то мне напоминает GTA, блин. GTA-шка чем-то мне напоминает. Ответы на все вопросы прямо перед тобой. Нужно лишь знать, как искать. Нахуяно. Бля, как в GTA-шке, помните? Тоже достаешь оружие из ниоткуда. Убираешь вот нет. Что это за знаки? Подойди, Альтаир. Хорошо ли ты отдохнул? Готов к оставшимся заданиям? Готов. Но у меня есть несколько вопросов. Задавай их. Я отвечу. Король-купец Дамаска убил знать правящую городом. Маждаддин в Иерусалиме страхом заставлял подчиняться себе. Вильям собирался убить Ричарда и захватить Акру своими силами. Все эти люди должны были помогать своим вождям, а вместо этого предали их. Я не понимаю, почему? Разве ответ не очевиден? Тамплиерам нужна власть. Каждый из тех, кого ты упомянул, хотел захватить город и передать тамплиерам. Тогда бы они получили власть над Святой Землей, а со временем и над другими странами. Но им не добиться успеха. Почему? Для их планов необходимы сокровища тамплиеров, частицы Эдема. Но она в наших руках, а без нее они бессильны. Что за сокровище? Это искушение. Это лишь кусочек серебра. Взгляни. Что я должен увидеть? Этот кусочек серебра изгнал Адама и Еву из рая, превратил посохи в змей, разделил воды Красного моря. Ириния начала этим кусочком Троянскую войну, а один плотник превратил воду в вино. Он выглядит довольно скромно для такой вещи. Как он работает? Тот, кто владеет им, властвует над сердцами и умами всякого, кто на него посмотрит, вкусит его, как они говорят. Люди Гарнье были подопытными. Травы использовались для симуляции эффекта. Талал снабжал их, Тамир снаряжал. Они к чему-то готовились. Но к чему? К войне. А остальные, правители городов, они хотели собрать народ и сделать из него людей, подобных тем, что были у Гарнье. Идеальных граждан, идеальных воинов, идеальный мир. Робер де Сабле не должен получить его. Пока есть тамплиеры, они будут пытаться. Тогда их нужно уничтожить. Этим ты и занимаешься. Сейчас ты должен заняться еще двумя тамплиерами. Первый — это Сибрант из Акра. Второй — Джубаир из Дамаска. Начальники бюро введут тебя в курс дела. Как скажете. Не теряй времени. Робер де Сабле без сомнений в ярости от наших успехов. Его люди будут из кожи вон лезть, чтобы тебя найти. Они знают, что придет человек в белом капюшоне. Они будут искать тебя. Им не найти того, кто растворится в толпе. Вот. Это мой подарок. В благодарность за отличную работу. Какой? Тут ничего нет, кроме меча и бумажек. Нормально. Ну что, о, сейчас опять это скажет, да? Сейчас опять это будет говорить, что типа, о, мои эти не знают, как управлять клинком. Но не. О, герой Дамаска, заходи и поболтаем. Расскажешь о своих приключениях. Боюсь, у меня нет на это времени. Понимаю, теперь я тебе не чета. Нет, все не так. Ну, конечно же, нет. Так чем я могу тебе помочь? Мне приказано отнять жизнь у человека по имени Джубаир. Старший ученый Салах ад-Дин, странный выбор цели. Но кто я такой, чтобы критиковать волю повелителя? Уверен, у него есть причины. Так ты знаешь этого человека?
Да, и последние несколько дней он был весьма занят, собирал ученых и посылал их на улицы проповедовать. И о чем они говорят? О свете и огне, об очищении грехов. На мой взгляд, бессвязная чушь вся эта болтовня о дорогах и новом мире. Что такое новый мир? Понятия не имею. Я не вслушиваюсь в бред безумцев. У меня хватает своей работы. Хорошо. Я пойду поброжу среди толпы. Может, удастся что-нибудь узнать. Где мне начать поиски? К югу отсюда Академия и Сторожевая башня. Там ты наверняка что-то узнаешь. А на востоке есть больница, в которую тебе тоже стоит заглянуть. Я приступаю немедленно. Какой энтузиазм. Да, ты изменился, и хочу заметить, в лучшую сторону. Хнул Стах. И в кои-то веки о тебе отзываются хорошо. Может быть, ты согласишься помочь мне в одном деле? Джубаир недавно нанял несколько торговцев шпионить за гражданами. Он снабжает их золотом, а взамен получает имена. Ты очень поможешь городу, если уничтожишь стойки с товарами этих торговцев. Тогда все это прекратится. Ты сделал большое дело, Альтаир. Взамен я поделюсь с тобой своим знанием. Тот, кто тебе нужен, одевается, как его последователи. Но ты отличишь его по богатым шитым золотом одеждам и большому кошельку, который он носит с собой. Найди его, брат. Пусть он познает боль. Угу. Так, значит, сюда сейчас еще идти. Ни шагу! Джубаир видит вещи такими, какие не есть на самом деле. Он видит яд, который вы несете в сердцах и умах. Он очистит вас от него. Выносите все записи из ваших домов, отдавайте их нам. Их нужно уничтожить. Bu şehirde bir yerde olduğunu biliyorum ve seni elime geçireceğim. Ana متأكد جدا انه لم يغادر المدينه او الشيء السليم الذي كان يتبعك. Подайте. Я хочу есть, я так голодна. Подайте что? Хоть чуть-чуть. Ах, ты грязный разбойник! Он убьет меня! Насилие — это не ответ, дитя мое. В этом я с тобой согласен. Так что говори, тогда мой клинок не тронет тебя. Что задумал твой хозяин? Зачем ему уничтожать знания? Мы закладываем камни, чтобы построить дорогу, по которой пойдут все люди. Она ведет в лучшее завтра. Это не то, что я вижу. Значит, ты слепец.
Слова на этих пергаментах — это яд. Но у Джубаира есть противоядие. Он освободит нас от лжи. Ты несешь бред. Ты потерял разум. Не потерял, но нашел. Я вижу мир таким, какой он есть. Джубаир столько всего показал мне. Я просветлен. А почему? Ты фанатик. Почему сквозь его волос видна текстура? Почему сквозь его волос видна текстура? А стоило бы. Чисто. Ты чел, блять, нормально. Чисто чел с прозрачными волосами, нормально. Слофан на пакетик навесил и все. Какие новости, брат? Сегодня я убил тамплиера. Ну, вообще-то, это хорошие новости. Я даже нашел при нем письмо и отдал его Нумаиру. Он сказал, что разыщет тебя и передаст письмо. Но по твоим глазам я вижу, что этого не произошло. Поэтому не трать зря время со мной, а разыщи Нумаира и забери у него письмо. Я хочу есть, я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. Пара монет. Я прошу всего лишь пару монет. Нет, умоляю, не уходите. Подайте пару монет. Тебе здесь делать нечего. Уходи. Хорсуздар, дарачина мустак. Отстань от меня, я ничего не сделала. Пошел прочь. Да ладно, я не успел, что ли? Что он делает? Да ты что ты делаешь, блядь? Ты идиот? Давай, давай, я успею. Не, я успел. Блять, ну ёбаный твой рот, блять, что ты делаешь? Не, я успел, успел, в любом случае. Давай, резче, резче, поднимайся, быстрее, быстрее поднимайся. Альтаир, сюда. Я искал тебя повсюду. Вот, возьми это. Наконец-то мне можно вернуться в Масиаф. Что? Есть новости? Я многое узнал о своем враге. Поделись знаниями. Джубаир свихнулся. Он хочет, чтобы в городе не осталось знаний. Ужасное преступление. Понимаю, почему Аль-Муалим хочет его устранить. Он использует городских ученых в своих целях. Они нападают на людей и отбирают у них все научные записи. Боюсь, Джубаир хочет их все уничтожить. Его нужно остановить. Поэтому я здесь. У Джубаира назначена встреча в медресе Аль-Каласах. Я отправлюсь туда. Там я заберу его жизнь. Я оставляю тебя, чтобы дать тебе возможность подготовиться. Все книги и рукописи в городе должны быть уничтожены. Друг мой, не нужно этого делать. Эти пергаменты хранят множество знаний, что с благой целью оставили нам наши предки. И что же это за цель? Знания будут маяком, что ведет нас... спасая от тьмы невежества. Нет! Эти свитки полны словами лжи. Они отравляют разум. И пока они существуют, тебе не увидеть мир таким, какой он есть. Как ты можешь говорить, что эти свитки вредны? Без них невозможно обучение. Вы обращаетесь к ним за ответами. Вы больше полагаетесь на них, чем на самих себя. Это делает вас слабыми и тупыми. Вы верите словам, каплям чернил. А вы когда-нибудь думали о том, кто написал их и для чего? Нет, вы просто принимаете эти слова на веру. А что, если они обманывают вас, как обычно? Это опасно! Ты не прав. Эти тексты несут дар знания. Они нужны нам. Ты так любишь свои драгоценные записи? Ты бы сделал все ради них? Да. Да, конечно. Раздели же их судьбу! Так будет с каждым разделяющим его мысли. Кто еще встанет на моем пути? Хорошо.
Ваша задача проста. Ступайте в город. Собирайте все записи, что найдете, и складывайте в кучи на улицах. Когда вы закончите, телега их заберет. Все они будут уничтожены. Тебе что-то нужно? Я отсеку тебе голову! Ты уже проиграл, даже если и не понимаешь этого! Здесь убийца! Тебе конец! Много, много веков мы терпели. Отрублю голову. Серьезно? Тебе здесь делать нечего. Уходи. Пошел прочь. Ой, 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 ой. Вы поступаете правильно. Мы вместе очистим наш город от яда прошлого. Это благое деяние. И из очищающего пламени восстанет новое за ним. Ученики не должны лежать. لن يكون ذلك عسيرا. خير جدا. Oh! 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 Oh
Ну погнали, блядь. Пидораса, блядь. Почему ты это сделал? У человека должна быть свобода поступков. Нельзя карать за убеждения, даже если, на твой взгляд, они ошибочны. Что же делать? Кому как не тебе знать ответ. Учить их, чем истина отличается от ложного. Знание освободит их, а не сила. Они не учатся. Они закоснели в своих заблуждениях. Ты наивен, если думаешь иначе. Это болезнь, от которой есть лишь одно лекарство. Ты не прав. И поэтому тебя надо остановить. А ведь я, как одна из книжек, что ты стремишься спасти. Источник знания, с которым ты не согласен. И тем не менее, ты забираешь мою жизнь. Небольшая жертва, чтобы спасти многое. То, как не древние свитки, воодушевляет крестоносцев, что наполняет яростью Салах ад-Дин и его людей. Эти тексты таят опасность, несут смерть. Это тоже небольшая жертва. Это не имеет значения. Твое дело сделано. Мое тоже. Альтаир, скажи мне, ждал ли тебя успех? Да. Пламя Джубаира потушено. Он мертв. Отличная новость, я не сомневался в твоей победе. Это надо было видеть. Ученые с готовностью пошли за ним. И они жгли не только книги, они предавали огню любого, кто вставал на их пути. Невежество несет лишь зло. Сегодня ты сделал благое дело. Как и остальные, он полагал, что поступает правильно. Расчищает путь в светлое будущее. Ну, конечно. Так работает разум безумца. Все то, что я видел за последние несколько недель. Будто весь мир сошел с ума. И поэтому мы хотим остановить войну, чтобы разум вернулся. Людям нужны лидеры, которые направляли бы их. И этим пользуются злодеи вроде Джубаира, подталкивая их к злу. Ступай, Альтаир, иди к Аль-Муалиму и поведай ему о благе, что сотворил сегодня. Покоя и мира тебе, Рафик. И тебе также. Перемотка на более поздний участок памяти.
Если из-за вас переносчик кувшинов уронит свой груз, он раскроет ваш. Добро пожаловать, дитя. Есть новости? Очередная жертва мертва. Значит, твоя работа почти закончена? И ты вернул свой статус? У меня вопрос, повелитель. Спрашивай, я отвечу. Почему эти двое? Джубаир и Сибрант. О, неужели ты не понял? Они подготавливали почву для перемен. Не давали вмешаться старым и новым врагам. Убрать их значит ослабить нашего врага. Это имеет смысл. Они бы быстро свели на нет все, чего мы добились. Но как? Мы нанесли врагу такой ущерб. Но наш враг подобен гидре. Мы отрубаем ему щупальца, но взамен он быстро отращивает новые. Надо отрубить голову и покончить с ним. Скоро, скоро. Мы уже близко. Между нами и последней целью стоит лишь один человек. Я займусь им. Чем скорее он умрет, тем скорее я встречусь с истинным врагом. Да, а сейчас у меня есть один вопрос. Я слушаю. В чем правда? Мы верим в себя. Видим мир, какой он есть на самом деле. И надеемся, когда-нибудь все увидят его таким. Что же есть наш мир? Иллюзия. И мы можем покориться ей, как делает большинство. Или преодолеть. Что значит преодолеть? Понять, что ничто не истинно и все позволено. Что законы исходят не от Бога, но от здравого смысла. Теперь я понимаю, что Кредо не приказывает быть свободным. Оно приказывает быть мудрым. Теперь ты видишь, почему тамплиеры и враги? Мы стремимся развеять иллюзию. Они используют ее, чтобы править. Да, чтобы изменить мир. Поэтому я послал тебя украсть сокровище. Поэтому я держу его под замком. И поэтому ты убиваешь их. Пока хоть один из них жив, он не оставит попыток создать новый мировой порядок. Возьми снаряжение, отыщи последнего. Когда он умрет, мы сможем добраться до Досабле. Я сделаю это. Мир и покоя тебе, Альтаир. Он в кого-нибудь врежется. Лучше ему не создавать проблем. Освобожденные наблюдатели будут блокировать преследователей и скрывать вас из виду. Приветствую, Альтаир. Что нового? Аль-Муалим назвал следующего. Зовет себя Сибрант. Знакомое имя. Новый лидер Тевтонских рыцарей. Он живет в Венецианском квартале и управляет портом Акры. Я принимаюсь за работу. Вот где ты можешь сосредоточить свои поиски. В порту к востоку отсюда, среди кораблей их команд. У церкви на северо-востоке, рядом с крестом, выходящим на порт. На севере, напротив ворот Святого Иоанна. Мне это пригодится. Спасибо за информацию. Альтаир? Да, Рафик. Я должен извиниться. За что? За сомнение в твоей преданности делу. Нет, это я сошел с пути. Я мнил себя выше Кредо. Ты ничего мне не должен. Как пожелаешь, друг мой. Ступай с миром. Приветствую, брат. Как идут твои поиски? Я узнал о своей цели все, что нужно. Тогда расскажи мне, что ты узнал. Говорят, Сибрант поглощен страхом. Сошел с ума, зная, что его смерть близка. Он закрыл портовый район и прячется там, ожидая прибытия своего корабля. Это осложнит нашу задачу. Интересно, как он узнал о твоем задании? Люди, которых я убил, замешаны в одном деле. Аль-Муалим предупредил, что им все известно о моих делах.
Будь осторожен, Альтаир. Конечно, Рафик. Но думаю, все это будет мне на руку. Страх сделает его слабее. Перемотка на более поздний участок памяти. Вы ошиблись, господин Сибранд. Я никогда никому не желал зла. И тем более вам. Говори, что ты так. Но никто не может за тебя поручиться. Как это понимать? Я живу простой жизнью. Человека в рясе, господин. Мы не привлекаем к себе внимания. Возможно. А возможно, тебя никто не знает, потому что ты не слуга Божий, а ассасин! Нет. У тебя такое же одеяние. Они носят ту же одежду, только чтобы вызвать неразбериху и страх. Не поддавайтесь. Хочешь сказать, что я трус? Подорвать мой авторитет? А может, обратить моих рыцарей против меня? Нет, нет. Я не понимаю, почему вы так говорите. Я не сделал ничего плохого. Я не припоминаю, что в чем-то тебя обвинял. Так почему ты оправдываешься? Чувство вины вынуждает признаться. Я ни в чем не признаюсь. А, не покорен до самого конца. Что вы имеете в виду? Вильям и Гарнье были слишком самоуверены и заплатили за это жизнью. Я не допущу этой ошибки. Если ты слуга Бога, он за тебя заступится. Пусть Творец остановит мою руку! Вы сошли с ума? Неужели никто из вас не остановит это? Он обезумел от собственного страха. Видит врагов там, где их нет. Похоже, люди разделяют мое мнение. Я делаю это ради Акры! Люди, будьте бдительны! Сообщайте обо всем подозрительном страже! Я сомневаюсь, что этот был последним! Упрямые ублюдки! А теперь за работу! Paris qu'il nous observe en ce moment. Je sais à quoi tu ressembles. Tu n'iras pas loin. Ma colère sera terrible. Ой, иди в пизду, блядь. Tu ne peux pas m'échapper. Il ne doit pas s'échapper. Je t'aurai. Если вас обнаружили стражники, скройтесь. Серьезно, что ли? А я не знал, слушай. Ебанут. Ладно. Метательные ножи поражают врагов издалека.
Тебе сюда нельзя. Уходи. Стой. Здесь ты не пройдешь. Проклятие силы, пей! Да, иди. Не убьешь! Стража! Остановите! Остановите его! Остановите убийство! Пожалуйста, не делай этого. Тебе страшно? Конечно, мне страшно. Но ты будешь в безопасности, в руках своего бога. Мои братья ничему тебя не научили. Я знаю, что ждет и меня, и всех нас. Если не твой бог, то что же? Пустота. Только пустота. Ее я и боюсь. Ты неверующий. Конечно, нет. С тем, что я знаю, что я видел. Сокровище было доказательством. Да, и чего же? Что жизнь — это все, что у нас есть. Тогда поживи немного и расскажи, какую роль во всем этом играл ты. Морская блокада. Чтобы глупые короли и королевы не прислали подкрепление, когда мы... Захватите Святую Землю? Освободим ее, глупец. От тирании веры. Свобода? Вы хотели свергнуть власть, контролировать умы людей. Убивали всех, кто не повиновался. Я выполнял приказы и верил в свое дело, как и ты. Альтаир. Ну и шум это наделал? Я выполнил задание. Сибранд мертв. О да, о да. Поезжай в Масиаф, расскажи Аль-Муалиму о своем успехе. Да, я должен вернуться и поговорить с ним. Об этом и еще кое о чем. Все в порядке, друг мой? Ты выглядишь задумчиво. Все хорошо. Просто занят мыслями. Расскажи мне. Я могу помочь. Сначала я должен все обдумать сам. Но все равно спасибо. Думаешь о тех, кого убиваешь? Ты им сочувствуешь? Как ты... Ах, друг мой, нельзя наслаждаться жестокостью. Сожаление, неуверенность, сострадание — это нормально. Я не должен бояться этих чувств? Ты должен совладать с ними. Из-за них ты остаешься человеком. А если я ошибаюсь? Если эти люди не должны умирать, если они желают добра, пошли не той дорогой, но у них чистые мотивы. Альтаир, такие вопросы вне моей компетенции. Возможно, Аль-Муалим ответит тебе. Да, может быть. Спасибо, Рафик. Было честью служить таким человеком. Перемотка на более поздний участок памяти. Это немного веди. Понимает, что есть узкое окно запуска. Где бы ни спрятано, надо его достать. Работаем над этим. А когда закончите? О нем позаботиться. Мне нужен отчет от вас завтра утром. Кто, блядь, говорит-то?
У меня есть работа, так что я оставлю вас до утра. Кто это был? Я могу с ней поговорить? Чё? Похоже, с анимусом проблемы. Нет, все нормально. Я уверен, что он выкинул меня, когда... Тебе лучше заткнуться. Ты расскажешь мне, что происходит? Мы должны остановить их, Дезмонд. Тогда они доберутся до последнего участка памяти. Они только начали. Они хотят все поменять. То, как мы живем, то, как мы думаем, то, что мы есть. Ты слышал лекцию Ведика? О том, что мир живет неправильно. Что ему нужен порядок и дисциплина. И они дадут это миру. Только мир они при этом не спросят. Как? Сокровища тамплиеров. Они думают это... Мисс Стилман? Слушаю. Загрузите файлы памяти Дезмонда в базу данных. Ясно. Угу. Недосказанность. Понятно. Теряем время, мистер Майлз. Да, да, я иду. Мы почти закончили, знаете ли. И что потом? Узнаем. Может, вам позволят посмотреть, когда все начнется. Это не так ужасно, как кажется. Послушайте, я знаю, что вы не выпустите меня. Так почему бы не рассказать, что происходит? Я не идиот, мистер Майлз. Я думаю, что вы уже многое узнали. Не понимаю, о чем вы. Ну, конечно. Ладно, спрошу вас еще кое-что. Да? Многое из того, что я вижу в анимусе, иногда это кажется неправильным. Лживым, выдуманным. Это не... Что не, мистер Майлз? Не совпадает с тем, что вы прочитали в интернете? С тем, чему учили вас на уроках истории в школе? А из каких таких тайных источников знаний черпали сведения эти так называемые признанные эксперты? Есть книги, письма, документы, самые разные материалы из прошлого. И некоторые из них противоречат тому, что показывает анимус. Любой может написать книгу. И в ней он может написать что угодно. Когда-то люди думали, что Земля плоская. Некоторые еще думают. Да, и пишут об этом книги. Или о том, что высадки на Луне не было. Вроде бы есть даже книга о том, что мир был создан за 7 дней. Еще и бестселлер. К чему вы, док? К тому, что не стоит доверять всему, что вы слышите. Всему, что читаете. Как там говорил ваш предок? Ничто не истинно. И все позволено. Да, именно. И поэтому анимус так необходим. Он не оставляет места искажениям. Место всегда есть. Душе, мистер Майлз. Что ж, я ответил на ваш вопрос. Мы можем начать? Подойди, ученик. Нам надо многое обсудить. Мы уже близко, Альтаир. Лишь смерть Робера де Сабре отделяет нас от победы. Это он отдает приказы. Из его рук исполнители получают золото. И с ним умрет знание о сокровище тамплиеров и угроза, которую оно несет. Я все еще не понимаю, как простая безделушка может натворить столько бед. Частица Эдема — это воплощенное искушение. Посмотри, что она сделала с Робером. Вкусив ее мощь, он был поглощен ею. Он видел в ней не оружие, которое надо уничтожить, а инструмент, при помощи которого он добьется целей. Он мечтал о власти? И да, и нет. Он мечтал и мечтает. О мире, как и мы. Но из-за него Святая Земля погрузилась в пучину войны. Нет, Альтаир.
Как ты можешь не видеть этого, когда именно ты открыл глаза мне? О чем вы? К чему стремится Робера и его последователи? К миру, где все будут едины. Я не против его цели. Я разделяю ее, но я не согласен со средствами. Мир нужно заслужить, понять и принять. А он его навяжет. И лишит нас свободы воли. Я не думал об этом с такой стороны. Не копи ненависть к своим жертвам, Альтаир. Такие мысли — яд, и они затмят твой разум. Его нельзя переубедить, отказаться от замыслов. Я говорил с ним. Через тебя. Чем было каждое убийство, если не посланием? Но он предпочел не замечать их. Тогда нам остается лишь одно. В Иерусалиме ты встретился с ним впервые. Там ты его и найдешь. Да не оставит тебя силы в этой битве. Ступай, Альтаир. Закончи дело. Мира и покоя, Альтаир. И тебе, брат. Судьба порой бывает причудлива. Так это правда? Робер де Сабле в Иерусалиме? Я сам видел его рыцарей. Лишь беды следуют за этим человеком. Если он здесь, значит, он замыслил недоброе. Я не дам ему действовать. Не позволяй мести затмить твой разум, брат. Мы оба знаем, что ничего хорошего из этого не выйдет. Я не забыл этого. Не волнуйся. Я ищу не мести, но знания. Ты не тот человек, кого я знал. Работа научила меня многому, открыла немало тайн. Но есть еще части головоломки, сокрытые от меня. О чем ты? Все мои жертвы работали вместе, объединенные этим человеком. Робер что-то замыслил на нашей земле. Я точно это знаю. Но что, для чего, как и где, это мне пока неведомо. Крестоносцы и сарацины действуют вместе? Это не те и не другие. Это третьи. Тамплиеры. Тамплиеры — часть армии крестоносцев. Так думает король Ричард, и это их устраивает. Они подчиняются лишь Десабле и руководствуются мыслью, что это они остановят войну. Необычная история. И не говори, Малик. Скажи, где ты видел рыцарей? Я прослежу за ними, пока Десабле не ускользнул. Я могу назвать тебе три места. К западу отсюда находится сторожевая башня и больница. На юго-западе — церковь гроба Господня. Попробуй что-нибудь разузнать. Я займусь тем же. Я не буду терять времени. Береги себя, друг мой. На помощь! Он напал на меня! Кто-нибудь, помогите! Ты говоришь о мире, но слова твои пусты. Нет, я говорю правду. Почему ты не веришь мне? Ты тамплиер. Что из этого? Это значит, ты лжец и мошенник. Как и твой хозяин. Где он? Что он задумал? Он ищет лишь мира. И делами доказывает это. Он христианин на мусульманских похоронах. Мы хотим положить конец войне. Лишь потому, что война мешает вашим планам. Но наша цель благородна. Мы объединим страну под нашим флагом. Объедините путем силы. Вы поработите нас всех. Это вам на пользу. Нет, это не так. И пока я и мои братья живы, мы этого не позволим. Рад видеть тебя, брат. Ты пришел на похороны или за Робером? Я внимательно следил за слухами, но, увы, мне нечего тебе рассказать. Пока все спокойно. Впрочем, может, Тарик знает нечто, что могло бы тебе помочь. Он где-то тут, поблизости. Расспроси его. Слушай, ну, не пошла нахуй, извини, пожалуйста. Мне просто нужно торопиться. Тебе сюда нельзя. Я в курсе. Я ухожу, мужик.
Он сошел с ума. Вы не понимаете, у меня совсем ничего нет. Как раз вовремя, Альтаир. Я узнал кое-что полезное для тебя. Это приказ стражникам Робера. На этой карте указано, где он планирует их расставить. Надеюсь, она тебе поможет. Ты их видел? Нет, но я слышал слухи. Это правда? Рыцари-крестоносцы в Иерусалиме? Это так. И что? Они отличаются от других. Хорошо одеты, привезли дорогие дары. Надо бы избавить их от этой ноши. Они встали лагерем у цитадели Давида, недалеко от кладбища. Чтобы быть на похоронах? Похоже на то. Тогда мы наведаемся к ним в лагерь. Похоже, ты добился успеха, брат. Сколько? 7 часов, да? Прохожу, 10 часов на 11. Поделись своими знаниями. Посмотрим, чем они помогут нам. Робер и его тамплиеры приехали в город, чтобы оказать последние почести Маждаддину. Они будут на его похоронах. А значит, и я тоже. Зачем тамплиерам это понадобилось? Не знаю, но уверен, выясню это. Что же до горожан, то их мнения разделились. Многие с радостью перебили бы тамплиеров. Другие думают, что рыцари здесь, чтобы заключить мир. Мир? Я же рассказывал. Те, кого я убивал, говорили именно это. Это сделало бы их союзниками. А мы их убиваем. Не ошибись, как ошиблись те люди. Цели тамплиеров кажутся благородными, но способа их достижения нет. По крайней мере, так говорил Аль-Муалим. Каков твой план? Я приду на похороны и расправлюсь с Робером. Лучше поскорее. Пусть удача ведет твой клинок, брат. Малик, прежде чем уйти, я хочу сказать тебе кое-что. Говори. Я был глупцом. Раньше я бы не стал с этим спорить, но сейчас. О чем ты говоришь? Все это время я так и не попросил у тебя прощения. Дурацкая гордость. Ты потерял из-за меня руку. Потерял Кадара. У тебя есть причины для гнева. Я не принимаю твоих извинений. Я понимаю. Нет. Не понимаешь. Я не принимаю твоих извинений, потому что ты уже не тот человек, который был со мной в храме Соломона. И тебе не за что просить у меня прощения. Малик. Может, если бы я так не завидовал тебе, то не был бы так безрассуден. Я так же виноват, как и ты. Не говори так. Мы едины. Как мы разделяем славу наших побед, так разделяем и горечь поражений. Так мы становимся ближе. Становимся сильнее. Спасибо тебе, брат. Отдохни, если хочешь, Альтаир, и приготовься к тому, что ждет впереди. Перемотка на более поздний участок памяти. Нормально. Почему, Аминь. Мы собрались здесь, чтобы оплакать Маждаддина, безвременно покинувшего мир живых. Я знаю, вы все ощущаете боль утраты, но утешьтесь. Ибо как все мы выходим в этот мир из чрева, так когда-нибудь и покидаем его. Такова природа вещей. Это так же естественно, как восход и заход солнца. Давайте же вспомним жизнь покойного и поблагодарим его за все добро, что он делал. Знайте, что однажды вы встретитесь с ним в раю. Могу слезть уже, алло. Аминь. Ну, алло, можно слезть? Можно слезть-то? Блядь, я в ахуе. Можно мне слезть, алло, блядь.
почему не могу слезть? Ну, блядь, ну, пожалуйста, ну, игра, давай ты не будешь. Все, пиздец. Бля, почему я ничего не могу сделать-то, блядь? Алло? О, не, могу. Я себя. Как вы знаете, Мажда Дина убили. Мы пытались выследить убийцу, но это было нелегко. Эти твари прячутся в тенях и бегут от всякого, кто бросит им честный вызов. Но не сегодня, ибо один из них стоит среди нас. Он насмехается над нами и должен заплатить за это. Взять его, подведите его, дабы свершилось правосудие Всевышнего. Чего? Тебе в глаза до того, как ты умрешь. Полагаю, ты ожидал иного. Что это за колдовство? Никакого колдовства. Мы знали, что ты придешь. Роберу нужно было время, чтобы скрыться. Он бежал? Вам сопутствовал успех. Вы разрушили наши планы. Сначала сокровища, затем наши люди. Мы потеряли контроль над Святой Землей. Но Роберу выпала возможность вернуть то, что было украдено. Превратить ваши победы в наши. Ваши сокровища у Аль-Муалима, а ваша армия нам не страшна. Что бы ни планировал Робер, он проиграет. А, ведь теперь вам противостоят не одни тамплиеры. О чем ты? Робер на пути в Арсур, чтобы объединить сарацинов и крестоносцев в борьбе против ассасинов. У сарацинов нет причины соглашаться. Не было. Но теперь ты дал им причину, а точнее целых 9 причин. Тела твоих жертв, потери с обеих сторон. Ты сделал хашишинов врагами для всех и тем самым подписал приговор ордену. Это так? Не 9, 8. Что ты сказал? Ты не моя цель. Я не стану забирать твою жизнь. Ты можешь идти, но не следи за мной. Мне не нужно. Ты уже опоздал. Увидим. Он ждал меня и послал вместо себя другого. Расскажи Аль-Муалиму. Нет времени. Она сказала мне, что задумал Робер. Если я вернусь в Масиаф, он успеет осуществить это, и тогда... Боюсь, нам придет конец. Мы убили большинство его людей. Ему не собрать силы для атаки. Погоди, ты сказал она? Да, это была женщина. Странно, я знаю. Но это мы отложим на потом. Сейчас наша цель Робер. Мы ослабили его, но этот человек умен. Он изложит свое дело Ричарду и Салахаддину. Объединит их против общего врага. Против нас. Ты ошибаешься. Это бред. Эти два человека никогда... Не ошибаюсь. И в этом наша вина. Те, кого мы убивали, стояли по обе стороны и были важны для обоих лидеров. План Робера амбициозен, но не лишен смысла.
и он может сработать. Послушай, брат, кое-что поменялось. Ты должен вернуться в Масиаф. Мы не можем действовать без разрешения повелителя. Это поставит под угрозу братство. Я думал, ты понял это. Сколько слов, Малик. Ты прячешься за Кредо, словно за щит. Он что-то скрывает от нас, что-то важное. Ты сам говорил, мы не можем ничего знать, лишь предполагать. Так вот, я предполагаю, что дело глубже, чем кажется. Убив Робера, я отправлюсь в Масиаф за ответами. Но может, ты поедешь туда прямо сейчас? Я не уйду из города. Тогда выйди на улицу. Ищи тех, кто служил моим жертвам. Узнай все, что сможешь. Ты проницателен. Может, заметишь что-нибудь, что я проглядел. Я не знаю. Мне надо подумать. Делай, как знаешь, друг. Но сейчас я отправляюсь в Арсуф. Каждую секунду, что я медлю, враг становится все дальше от меня. Будь осторожен. Буду. Обещаю. Дальше сам. Рыцарь буду, да? Ух ты, бля. Ага, понятно. Да ладно, не будем тратить. Погнали, блядь, суки. Этих хайзу убить. Нормально, чисто чел упал. Чисто от уныния. Чисто такое, ну ладно. Да, блять, что ты делаешь? Где эти ебаные лучники? Вон они, блять. А что? Там чел упал и нет? Что он упал, но пропал? Нормально так. Давайте, сукины дети. Я вас сейчас покараю, нахуй. Бам, блин, пошел ты нахуй, подпендель тебя. Рыцарь, почему тут рыцари так лежат? Умри, не
Ебать, ну да. Ну пам. Ебать вас тут. Давай, давай Сизи победить на самом деле. Да раз, блядь. Спинец никому не пропускать. То не ссыкуют, блядь, чисто так пойти в упор. Что, блядь, вы до сих пор не боитесь, нахуй? Я уже, блядь, половину из вас положил, блядь, вы о чем? На, блядь, ба. Пара-пара-пам, блядь. Что ты делаешь, блядь? Не, они изичные на самом деле. А чё он типа такой, о, отдохну-ка, я вытру пот, да, вот это все дело? Зачем он стал-то так? Суки. Ха-ха, ну ладно. Я вас понял. А чё ты не бьёшь-то, блядь, Альтаир, блядь? А, Альтаир, блядь. Сюда иди, блядь. Бля, теперь рыцари, но это пизда, честно. Сейчас будет. Я никуда не уходил от вас. Ну, с теми можно и подраться. Погнали, бля. А ну что такое? Ну, а что такое? Не приближайся. Подождите. Я принес слово, а не меч. Хочешь обсудить капитуляцию? Самое время. Вы не поняли. Меня послал Аль-Муалим, а не Салах ад-Дин. Ассасин? Что это значит? Говори да поскорее. Среди вас предатель. И он нанял тебя, чтобы меня убить? Боюсь, что у тебя ничего не выйдет. Я пришел не за вами, а за ним. Тогда говори. Посмотрим, правда ли это. Кто он? Робер де Сабле. Мой лейтенант? Он предаст вас. А он говорит иначе. Он хочет отомстить вашему братству за то, что вы устроили в Акре. И я его поддерживаю. Немало из моих лучших людей пало от ваших рук. Это я убил их, на то были причины. Выслушайте меня. Вильям Монферрат. С помощью своей армии он собирался захватить Акру. Гарнье де Наплус. Он сумел бы внушить что угодно всем, кто не подчинится. Сибрант. Он планировал установить блокаду на море, чтобы вы не смогли прислать помощь. Они предали вас. Приказы отдавал Робер. Ты
ожидаешь, что я этому поверю? Вы знали этих людей лучше меня. Вас правда так удивило знание об их грязных намерениях? Это правда? Повелитель, перед вами ассасин. Эти твари известны своим коварством. Конечно, это неправда. Мне нет причин лгать. О, есть. Ты боишься за свою драгоценную крепость? Ей не устоять против объединенной мощи сарацинов и крестоносцев. Я сражаюсь за жителей Святой Земли. Если мне придется отдать жизнь ради мира, да будет так. Складывается странная ситуация. Каждый из вас обвиняет друг друга. На это нет времени. Я должен ехать к Саладину и заручиться его поддержкой. Чем позже, тем сложнее ее будет добиться. Подожди минуту, Робер. Зачем? Чего вы хотите? Вы же не верите ему. Это важное решение. Я не могу принять его сам. Пусть его примет некто более мудрый. Спасибо вам. Нет, Робер, не ты. Кто? Всевышний. Пусть все решит поединок. Несомненно, Бог будет с тем, чье дело праведное. Если вы этого желаете. Желаю. Да будет так. К оружию, ассасин. Погнали, блядь. Нападай, блядь. Чем сразу? Угу. Давай, 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 ну. Угу. Давай, окей, буду осторожен, не буду торопиться. Да вы заебете меня в спину-то херачить, блядь. Сукины дети, блядь. На, ёпта, сосёшь, блядь. Хуило, блядь. Блядь, как мне предугадать эту хуйню, блядь? Почему он их не режет, блядь, самое интересное? Почему ты их только толкаешь, блядь, не пойму. На, дыши. Ты ошибся, блядь. Давай, сука. Давай, давай, сюда иди нахуй. Ну. Тебя, как и меня. Говори яснее, тамплиер, либо молчи. Он послал тебя убить девятерых, так? Тех, кто хранили тайну сокровища.
И что с того? Ну, его нашли не 9 человек, ассасин. Не 9, а 10. Кто 10-й? Каждый, кто знает тайну, должен умереть. Скажи мне его имя. О, ты его хорошо знаешь. И я сомневаюсь, что ты заберешь его жизнь с тем же рвением, что и мою. Кто? Это твой хозяин, Аль-Муалим. Но он не тамплиер. Ты никогда не задумывался, откуда он столько знает? Где нас найти? Сколько нас? Чего мы стремимся достичь? Он повелитель ассасинов. Да, главный лжец. Мы с тобой лишь пара пешек в большой игре. И теперь, с моей смертью, остался ты один. Думаешь, он даст тебе жить, зная, что ты делаешь? Сокровища меня не интересуют. А его да. Твой хозяин и я отличаемся лишь тем, что он делиться не хочет. Нет. Ирония судьбы. Я, твой злейший враг, не желал твоей смерти. Но ты забрал мою жизнь, и этим положил конец своей собственной. Отличный бой, ассасин! Сегодня Бог благоволит тебе. Бог здесь ни при чем. Я просто лучше сражался. Ты можешь не верить в него, но, похоже, он верит в тебя. Пока ты здесь, один вопрос. Я слушаю. Зачем? Проделывать такой путь? Так рисковать жизнью? Ради смерти одного человека? Он угрожал моим братьям и нашему делу. А, значит, месть. Нет, не месть. Справедливость, чтобы наступил мир. Значит, вот за что ты дрался. За мир? Ты не видишь здесь противоречия? Некоторых людей нельзя врезать. Как этого безумца Саладина. Я думаю, он хотел бы положить войне конец, как и вы. Да, я слышал. Но я вижу обратное. Пусть он сам так не говорит, но люди этого хотят. И сарацины, и крестоносцы. Люди не знают, чего хотят. Потому они обращаются к таким, как мы. Тогда такие, как вы, должны действовать правильно. Чушь! Когда мы рождаемся, мы пинаемся и кричим. Мы жестокие и изменчивые. Мы такие, и ничего с этим нельзя поделать. Нет. Мы такие, какими хотим быть. А вы... всегда играете словами. Я говорю правду. Никаких хитростей. Посмотрим. Но, боюсь, сегодня мира нам не видать. Даже сейчас проклятые войска Саладина убивают моих людей, и я должен быть с ними. Но, может, поняв, насколько он уязвим, он обдумает свои действия. Да, может, потом-то, чего ты хочешь, станет возможным. Вы были не менее уязвимы, чем он. Не забывайте этого. Люди, которых вы оставили править вместо вас, служили вам недолго. Да, да. Я это прекрасно знаю. Тогда я удаляюсь. Мне есть что обсудить с моим господином. Похоже, он тоже не без греха. Он всего лишь человек, как и мы, как и ты. Да пребудет с вами мир. Вот и конец игры. Я сказал встать, черт возьми! Слушай! О, нет. Похоже, нас нашли твои дружки-ассасины. Что? Как ты это сделал, Дезмонд? Послушайте, я не знаю, о чем вы говорите, но что бы у вас ни случилось, я тут ни при чем. Они пришли за тобой, и я их не приглашал, это уж точно. Доложите ситуацию. Под обстрелом. Вы сдержите их? Или мне эвакуировать пленников? 5 или 6. Мы превосходим их числом. Пара раненых, но мы продержимся. Возьмем все под контроль. Черт возьми, Дезмонд.
Нельзя было просто уйти. Я говорю, что ни при чем. Как бы я связался с ними? Телепатией? Бросьте вы. Ладно, скоро им всем придет конец. Ват, послушайте. Гроза нейтрализована. Кавалерия не придет на помощь. Не знаю, док. Минуту назад вы были перепуганы до смерти. Ваша лаборатория оказалась небезопасна? Боитесь, что они вернутся? Не думаю, Дезмонд. Люси хочет сказать, что возвращаться некому. Ассасинов больше нет. Последний год мы были очень заняты. Разыскивали ваше убежище, коммуны в пустыне и так далее. Боюсь, вы последний. Отдохните, мистер Майлз. Завтра мы закончим. О, что это за хуйня? Че, поебемся, да? Че, пошли ко мне. Ну, пошли ко мне. Ну, все. Ну, пошли. Вон, видишь, там дверь, там ничего нет. Погнали. Ну, пошли. Ладно. Так, что ты хочешь мне сказать? Он в глубокую страну, что ли, пошел? Не знаю, в глубокую страну? Мне жаль, Дезмонд. Он говорил о пустыне. Ты не думаешь, что... Нет. Они послали туда отряд, но место уже было заброшено. Не знаю, где твои родители, не могу сказать, живы ли они, но я думаю, что они сбежали. Спасибо. Спасибо, что узнала. Все не так плохо, как кажется. О чем ты говоришь? Они только что уничтожили, в буквальном смысле слова, мою единственную надежду выбраться. Ассасины перебиты и... Черт возьми, я не знаю, что задумали эти люди, но знаю, что когда они закончат, они меня убьют. Это конец. Что ты предлагаешь мне сделать? Не теряй веры. Опа. Ты. Верь. Отдохни, Дезмонд. Тебе понадобятся силы. Что-то там написано еще раз. Это докторша. Тоже ассасин, нормально. Раньше обычного, док. Я хочу закончить это поскорее. Как скажете. Не будьте таким мрачным, мистер Майлз. Сегодня исторический день. Его будут помнить много лет. Ну, кто-то из нас будет помнить. На, это точно не ты, Можете использовать незаметные убийства, чтобы отвлекать врагов, метая ножи, сталкивая. Что здесь произошло? Где все? Отправились к хозяину. Это тамплиеры? Они напали снова? Они прошли путем. Каким путем? О чем ты говоришь? Путем к свету. Ты бредишь. Есть только то, что показал хозяин. Это истина. Ты сошел с ума. Ты тоже пройдешь путем... Или умрешь. Так говорит хозяин. Это Аль-Муалим, верно? Что он сделал с вами? Слава хозяину, ибо он отвел нас к свету. Понятно. Да. Мир будет очищен и создан заново. Да. Я, конечно, не знаю, что там принимал чел. Ну ладно. Говори, хозяин, укажи нам путь. Что? Я не ваш хозяин, слушай. Блядь, куда бежать-то она? А, во. Так а смогу ли я? О, Муалим, веди нас, приказывай. Что с ними стало? Интересно. О, Муалим, веди нас, приказывай. Нормально.
Что, блять? Вы чё? Вы чего? Суки! Чё вы, блядь, на меня? До свидания, блядь. Ну-ну-ну, кто ещё? Почему ты не защищаешься-то, блядь? На, блядь. Защищайся ты, блядь, ну, я нажимаю, я хуею, нажимаю блок, блядь, он не нажимает его, я в аху. Ну давай, сука. Ты, блядь, точь, да? Ну давай. По приказу хозяина. За свет, предатель. Еще одни, блядь. Ну ты заебал, блядь. Сука. Давай, твари, нахуй. Давайте, пидорасы, блядь. Да почему ты, блядь, не... Ты можешь ставить блок, блядь. Я ставлю блок, он не ставит его. Ебало рот тогда такой блок, нахуй. Блядь, чел, ты можешь ставить блок или нет? Я не пойму, блядь. Блядь, ставлю блок, он не ставит его. Что? Альтаир, сюда! Куда, блядь? Дай пройти-то нахуй. На, как всегда, вовремя. Где ты появился? Похоже. Нужно защищаться, пять. Друг. Аль-Муалим нас предал. Да. И своих дружков-тамплиеров тоже. Как ты узнал? После нашей беседы я вернулся в развалины под храмом Соломона. Рапер вел дневник, записывал все свои откровения. То, что я прочитал, потрясло меня и открыло глаза. Ты был прав, Альтаир. Повелитель использовал нас. Мы должны были не спасти Святую Землю, а отдать в его руки. Его нужно остановить. Осторожней, Малик. Он сделает с нами то же, что и с остальными, если сможет. Держись от него подальше. Что ты предлагаешь? Моя рука крепко держит клинок. А люди все еще верны мне. Мы тебе пригодимся. Нет. Тогда отвлекайте рабов. Нападите на крепость с тыла. Если они отвлекутся на вас, я доберусь до Аль-Муалима. Я сделаю это, Дай. Эти люди, они подчиняются чужой воле. Не убивай их без нужды. Да. Аль-Муалим отринул кредо. Но это не значит, что мы поступим так же. Я постараюсь. Отлично. Мира и покоя, друг. Твое присутствие принесет и то, и другое. Ой-ой, извиняюсь. Ну что, да, посмотрим. Никого. Что? Бля, вы кто? Здесь только невиновных. Нельзя причинять им вред. Да отойдите, блядь. Где он, блядь? Где тут, да? Где он? Что это? А, ну я же говорил, что дед что-то какой-то ненормальный, блин. Подозрительный дед какой-то. Я никогда не убегал.
И никогда не слушал. Поэтому я жив. Что мне с тобой сделать? Отпустить. О, Альтаир, в твоем голосе ненависть. Отпустить тебя? Это будет неразумно. Зачем тебе это? Я нашел доказательства. Доказательства чего? Что ничто не истинно. И все позволено. Сюда. Уничтожить предателя. Избавить от него мир. Чего? Блять, ты нас, ты меня накурил, что ли? Алло, блять. Бан, блять. А ну, кто? Да ёпта, ты можешь ставить блок, блять, я не пойму, или ты все, блять. Блять, я в ахуе нахуй нахожусь. Да иди ты нахуй, блять, тварь, блять, ебаная, блять. Да иди ты нахуй. Чмо, блять. Ставь блок. Сука. Блять, да что ты дел... Блять, пизду нахуй, я рот ебал тебя, блять. Пошли вы нахуй. Пошли вы нахуй, блядь. Да. Да. О, нормально. Чего, блядь? Кто нахуй? Да охуел, что ли, мне, блядь? Ебать, нормально. Чел бы в спину херачит, нормально придумал. Оп. Че, достанете меня? Оп. О, что это такое? Та-ра-ра-ра-ра-ра. Оп-оп-оп-оп, отсосёшь. Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Пам-парам-пам-пам. Давай, блядь, погнали нахуй. Идите ко мне, неверного. Он должен быть наказан. На, блядь. Блядь, он их устанавливает, что ли, или что ли, не пойму. Так, не торопимся, блядь, главное. Да ёпта, пошел нахуй. Блядь. Чмо, блядь. На, ты еще не будешь так херачить? Ну давай, блядь. На, ёпта, пухлячок, блядь. Блядь, дед, ты чё, куда ты рвёшь, блядь, дедушка, нахуй? Куда ты идешь, блядь? Куда ты... Ты чё? Бля, вот мразь, нахуй, я хуею, блядь. Сосёшь, блядь. До свидания, блядь. Ага. Ля-ля-ля, ля-ля. Бегу по тропинке в голове, ля-ля-ля. О, вижу тебя. Приведите ко мне неверного. Он должен быть наказан. Бегу по тропинке в голове, ля-ля-ля. Бля. Беги, мужик, беги! Оп, оп, отсосали, блядь, все. До свидания, ёпта. Ну шо, где вы? Оп, нахуй, смотри, что умею. Да, а вы меня не догоните, в курсе? Он не должен уйти. Бежите его, он должен быть наказан. Да, быстрее залази, конечно, быстрее залази. Оп, до свидания, блядь. Про кого вообще? Я не знаю про кого. Смотри. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Ага, в спину, блядь. Ага. Жесть-то, блядь. Ну быстрее восстанавливай, пожалуйста. Быстрее восстанавливай. Жесть-то.
Ой, батик, так можно еще? Бля, дед, ты охуел, что ли, блядь? Не пойму. Да. Опа. Оп. Бля, может, ты будешь мне его кидать? Блять, мужик. Оп. До свидания, блядь. Угу, 300, блядь. Ставишь. После вас. Ну давай. Где вы, блядь? Ну. Ну шо, дед, выходи. Чеканутый дед, блядь. Сразись со мной, или боишься? Я сражался с тысячами людей, и каждый из них был сильнее тебя. Все они мертвы. От моей руки. Пришло твое время, братан. Я не боюсь. Бля, дед, ты шо, я не пойму. Докажи. Валерьянки, что ли, перепил, или что, блядь, я не пойму. Что с тобой случилось-то? Чего я могу бояться? Взгляни, каким могуществом я управляю. Да, дед, я в ахуе, блядь. Сметанки, да, переел ты? Ну, понятно, блядь. Все с тобой понятно, блядь. Что дед переел сметаны, блядь. Охуеть, блядь. Давай, блядь, погнали, нахуй. Чего, нахуй? Иди в пизду, блядь. Дед, ебать. Я вообще охуел, что ли, блядь, не пойму. Блять, ну спасибо. Оп, смотри, что могу. Блять, да ёпта, Альтаир, давай ты, Альтаир, тоже не будешь ёбываться, хорошо, блять. Оп, блять, да беги, долбоёб. Да, я в ахуе с тебя. Беги сейчас, сейчас беги. Беги, беги, братан, беги. Оп. Конечно, красавчик, но... Давай. А ну, блядь. Да ты охуел, блядь. Мразь, блядь. На, ёпта, соси, блядь. Оп, добиваем сразу, блядь. Уху. Ну, дед, ты, конечно, блядь, выёбываешься много, блядь, но, знаешь, как говорится, на словах ты Лев Толстой, а на деле хуй простой, знаешь, блядь. Если от твоих этих пизд, блядь. Так, хорош. Не торопимся. Блядь, дед, ну я в ахуе, конечно, тебя, блядь. Да иди нахуй, блядь. Ой, блядь. Дед, ну давай ты не будешь выебываться, хорошо, блядь? Блядь, дед, ну ты... Что ты делаешь, дед? А, дед? Бля, дед, я в ахуе, что ты творишь? У тебя есть последние слова? Что ты делаешь-то, бля? Назвал злом цель Робера, хотя у тебя была такая же. Я никогда не любил делиться. Ты не победишь. Другие найдут силы восстать против тебя. И поэтому, пока у людей сохраняется свобода воли, мира не будет. Я убил человека, который так говорил. Смело, но это лишь слова. Тогда отпусти меня, я перейду от слов к делу. Скажи мне, повелитель, почему ты не подчинил меня, как остальных ассасинов? Почему сохранил разум? Кто ты и что ты делаешь, слишком сильно связано. Лишить тебя одного, значит лишить и другого. А тамплиеры должны были умереть. Но ты прав. Я пытался. Тогда, когда показал тебе сокровище. Но ты не такой, как другие.
Ты видишь сквозь иллюзии. Иллюзии? Это все, на что способно сокровище крестоносцев. Частица Эдема. Слово Бога. Теперь ты понимаешь? Вот и море не расступались. Вода не превращалась в вино. Не Ириния начала Троянскую войну. А вот это... Иллюзии! И только они! Твой план тоже всего лишь иллюзия. Заставить людей против воли идти за тобой. Чем она хуже фантомов, за которыми идут сарацины и крестоносцы? Кровожадных богов, покинувших мир, в котором люди убивают друг друга с их именами на устах? Я просто даю им одну иллюзию вместо другой. Ту, что не требует крови. Они сами выбрали себе фантомов. Вот как? Ты не слышал об обращении еретиков? Это неправильно. А, вижу, логика тебя подвела. Ты обратился к эмоциям. Я разочарован. И что же нам делать? Ты за мной не пойдешь, а мне тебя не заставить. А ты не оставишь свой жестокий план. Похоже, мы в тупике. Нет, в конце пути. Я буду скучать, Альтаир. Ты был лучшим учеником. Ты, блядь, ебаный ты хуй, блядь, ёпта старый, блядь. Давай, блядь. Блядь, ну давай потренируемся сейчас. Шёл нахуй, блядь. Всегда будешь. И где он, блядь? Ой, блядь. Раз, можно я пройду уже это и все? Ну, давай, блядь. Угу. Не смешно, знаешь, как-то. Вообще, блядь. Так, главное... Главное не торопиться. Единственное, что мне нужно. Давай. Угу. Где он? Внизу? Наверху? Да, он наверху. Главное не торопиться просто и все. Ну, давай. Угу. Хорош. Да я ебал того рот. Я сейчас нахуй разъебу все, что можно. Если вас обнаружили, сбежать будет легче. Мне похуй в целом, блядь. Я против, блядь, старого хуя, блядь, ебусь. Окей. Давай потренируемся хорошо вот на нем. Ты слеп, Альтаир, как и был всегда. И всегда будешь. А где он, блядь, теперь? Наверху заспавнился. То есть я спустился, его там не было. Ой, точнее, там был, его там не было. Нормально. Так, сосредоточенность, давай. Ну. Твой клинок видит за меня, Аль-Муалим. Он пронзит тьму.
Блять, почему ты не уклоняешься? Алло, мужик. Мужик, блять, уклонись! Блять, ты долб... Блять, он ебанутый или да, блять? Я не пойму, блять. Он ебань... Он ты ебанько, блять? Блять, я нажимаю уклониться, он не уклоняется. Вот, а, вот, наконец-то, блять. Мы очнулись, блять. После такого долгого, блять, нахуй, прощания. Пиздец, блять. Отсосёшь, блять. Дед, нахуй. Таир, ты не должен меня подводить, блять. Наконец-то. Пиздец. Блять, я говорю, что-то этот дед замышлял с самого начала. Я его как чувствовал, как чувствовал. Ученик не может убить учителя. Ничто не истина. Все позволено. Да будет так. Ты победил. Забирай свой трофей. Ты держал в руках огонь, старик. Его нужно уничтожить. Уничтожить то, что может остановить крестовые походы и принести мир? Никогда. Я сделаю это. Посмотрим. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа. Ибо во многих многие печали. Уничтожь, как я и сказал. Я не могу. Можешь, Альтаир. Но не станешь. Готово. Вот это да, вот это да. Черт, что это было? Ну, карты у нас. Сколько? Не меньше 6. Нам столько не надо. Хорошо, что у нас есть запас. Наверняка не все из них работают. По меньшей мере, 2 находились в местах, которых больше нет. Мы отправим отряды в каждую точку и посмотрим. В конце концов, нам нужна лишь одна. А остальные? Заберем их. Не оставим шансов на неудачу. Меньше всего нужно, чтобы кто-нибудь мешал нам в новом мире. А ассасин? Он сделал свое дело. Убейте его. Стойте. Вы знаете, как работают эти вещи. Вряд ли мы сможем просто забрать их. К чему вы это? Он может понадобиться. Его память. Я рекомендую сохранить его до тех пор, пока мы не будем точно знать, что нас не ждут сюрпризы. Это потеря времени. Вы сами сказали, нельзя оставлять шансов на неудачу. Хорошо. Убедимся, что он нам не нужен. Потом убьем. Ладно. Прекрати подрывать мой авторитет. Я только что выручила вас. Идем. У нас много работы. Не расслабляйтесь, мистер Майлз. Мы скоро вернемся за вами. Угу. Сосёшь ты, дед. Сосёшь, блядь. Что за чёрт? Чего, блядь? Эйсен, там что-то нарисовано. Здесь везде всё разрисовано, самое интересное. Там разрисовано. А та дверь разрисована? Там в моей комнате что-то нарисовано. Самое интересное, вот эти штуки я видел. Сейчас покажу, какие. Вот эти штуки мы видели с вами, да. О боже! Похоже, это кровь. Кого здесь держали до меня? И что с ним случилось? Интересно, что это значит? Ха!
Да, интересно. Интересно получилось. Интересно. Да, да уж, да уж, да уж. Спасибо за просмотр. Да. Ставьте лайки, кстати. Подписочку тоже обязательно. Обязательно. Такое вот прохождение вышло. Жестко, жестко, жестко. Прямо сейчас захотелось вторую проходить сразу же. Вот, но это я сделаю чуть позже. В принципе, все, как обычно. Там подписка, да, вот колокол, лайк. Под комментарий уже по желанию. Вот. В принципе, все. Увидимся в следующей серии. Давайте.